Сегодня мы приехали в Рули. Тут сегодня гонки, драгрейсы. Вход на мероприятие бесплатный, но парковка 5 евро вроде бы. Бабулю потихоньку, наверное, повезу. Думаешь? Ну, не знаю. Нормально. Маловато.
А, это она? Ну да. Ну... Я думал, она в красном. А я что-то думал, она в красном едет. Да, я так перекрестили все эти машины. Трасса, ничего не видно. Колеса свистят. Ведущий на велосипеде летал. Pagrieziet, ir 182 aizdeļa, kāpēc zemes.
Nu, jā, un nu, es jau trešo reizi mēģinu pastāstīt. Stand the Kiss saucās šī te lieta, ko viņš ir uzņēmies darīt mācītam mazākajiem. Kā ir jābrauc ar moci un fiziskās nodarbības un viss kaut kas tāds. Ja tā kā, ja sensītiem nav kur pa vasaru bērnu likt, vedam pie dīdža viņam nomentes, kur tas bērns dabūs pēc pilnas programmas piepīdzēt un darīt viss kaut ko tādu, ko... Жигуленок там цепляет. Ну да, он цепанул кону. Или это шофер такой, или... Да? А, у них задание какое-то, типа задом надо проехать. А номер у них интересный, где Вестурист есть? Не, обычный номер. А точно они, наверное, на время, да, у них какое-то? У него самое сложное было задом. Кто-то со свистом, у этого нормально так приторможение было. Так, кто следующий там поедет? А. Не, он там краше. Али, ты думаешь, оттуда выезжает? Не, оттуда выезжает. Даже не может въехать, ну ё-моё. Ну конус, короче, полетел. Второй конус. Короче, он не прошел. Он мог только немножко дрифтовать, а он хотя бы заедет в гараж. Он так и катается с ним? Конус, короче, застрял. А почему я пропустил это дело? Чего они не предупредили, что они поедут? Ну, этот поменьше базы у него. Тот какой-то был универсал, типа. Этот вроде как купешка какая-то. Видишь, он поменьше, ему чуть-чуть легче. Только насчет задом это уже... Ну да, да, да. Еще один, блин. Конусы таскают. Yeah.
решил объехать кружок какой-то, да? Что-то он там закрутился. Опять конус зацепил какой-то. А, выбежал. Типа быстрее время, да. Тоже конус у него поднизал, нет? Резиной? У этого звук получше. Стоит. Или это просто глушитель такой? Наверное, не сломался. Ну, сейчас он будет аккуратно, наверное, стараться. Да-да-да, они какие-то такие, как будто завалены у него. Наверное. Ну, сейчас даст. Это Пэта. Он колесо там зацепил. Не-не-не, он зацепил просто. А, ну это да, ерунда какая-то. Можешь приехать и участвовать. Трудно первую скорость включить, я не понимаю. Он встал уже назад, уже поехал вперед. А, там какая-то восьмерка, мы не видели ее, да? Будет тихо ехать. У этого просто колеса будем слышать. Может, это вообще электромашина? А нет. Или это Mazda? Или это Honda? Нет, это Honda. Так. Ну что, номинант? Нам лучше проехать. Думаешь, задом не проедет? Yeah.
vienas dalībnieks mums devies trasē reku pamatīgā atrast BV 30, bet tikmēr mēs jau dzirdam, ka Dīdzis Grundulis sāks sildīties, gatavojās savam priekšnesumam. Braukāte bez rokām apkārt, ne? Baigais, žipčiks. Bet jā, arī Dīdzis būs gatavs sāties jums skatītāju priekšā un atrādīt lietas, ko es samācījies gadu gaitā. Un tas nav mans tīziet man. Ja kādam liekā... Ak, tu tevi! Mirkli uzgaidām vēl un tad jau laimīgs. Sajūtos tā kā vecenā mērā, kurai apkārta viens te palodas zīmējās un mēģina piecirst kanti. Jā, uzskatāmies arī. Tā, nu redzam to, ka baltas hotbojas joprojām rītina grīt. А это я с утра что-то проснулся в интернете, на фейсбуке захожу, ел говня кем. Говорю, там какая-то на рулях будет трасса, гонки, еще главное, на халяву вход. Я думаю, блин, ну грех не сходить на халяву. Ну и в общем, спонтанно так и решил, говорю, поехали посмотрим. Ну и съездили, посмотрели. Прикольно. Но у нас сегодня был запланирован шашлычок, так что мы едем за углем и будем жарить шашлычок. Скажи, свежее, это все свежее сено привезли. Ну чё мой маленький, ну чё мой маленький. Моська, моська.